слову, налоговая служба в целом по стране стремится к большей открытости и доступности. Для этого расширяет свои интернет-сервисы. Так в этом году появилась возможность узнать, как продвигается жалоба или обращение, которое человек, будь то физическое лицо или юридическое, направил в столицу, в Федеральную налоговую службу или в Управление Федеральной службы по субъекту. В нашем случае это окружная налоговая инспекция. Все, что для этого необходимо, зайти на сайт инспекции www.nalog.ru, выбрать электронные услуги и в услугах кликнуть сервис «Узнать о жалобе». В любое время дня и ночи, не приходя в налоговую, не тратя время, не отпрашиваясь с работы, если кому-то это необходимо, можно обратиться к компьютеру и узнать о ходе рассмотрения своей жалобы. Даты поступления, даты ее рассмотрения, либо она уже рассмотрена и ответ направлен налогоплательщику. То есть, не выходя из дома, грубо говоря, можно получить информацию о ходе рассмотрения своей жалобы.